примерю, просто примерю. Куды? Это материал. Я его нашел. Понимаете? Он золотой. Рукава. Это покрывало под мои шторы, блядь. Воротник, воротник. Воротник, блядь, у меня этот, чернобурка, блядь, тебе завяжу. Что, не хватит на пиджак? Вот это, золотой. Купи золотой пиджак в другом месте. Это мое. Сам бой только хорошие вещи находит. Это, блядь, найду. Так, сумку на месте. Сумку. Да подожди. Тут на воротник сколько надо, скажи. Лен. Ладно. Ну зачем она тебе лежать будет? А мне хоть и... Да будет она лежать. Я замуж выйду, найду нормального мужа. Нормальную кровать. У меня бы постоянно лежать на... Я хоть пошью себе пиджак хороший. Брюки из этого. Шо там? Чего? Чего? У нашей Дарьи ходят и так. Нет. А на сцену? Я ж тебя вон какой дал. Яркое одел. У тебя хватает. Девка одел. У тебя хватает добра. У кого? А вот пиджак золотого нет. А вот, думай. Что, тебе трудно отдать? Не даду никому, это мой. Мне ну подарили. Дайте на пиджак. Нет, нет. Дай на пиджак. Неветка с сыном подарили, нет. Ой. Ой, я ей красивые вещи давал. Пашей подарили. Красивые вещи давал. И девок, и одежду одел. Ну ты что, это пиджак. Ты иди. Это пиджак, дай сюда его. Шатта, это мой покрывал. Тут вон рукава, вижу. И воротник. Ну мне же подарили люди. А зачем тебе эта хуйня лежать? Лучше пиджак сшить. Я тебе сказала. Я наведу порядок в той комнате, у меня будет вот так. Да, это мне на пиджак, золотой. Вот, звезда. Лен, ну подожди, ну покажи еще немножко, золотой. Не покажу никому. Ну, Генке понравилось. Погоди, у меня света нет. Генке понравилось, сам бою. Кому? А? Покажи золотой пиджак, как золотой буду ходить. Не покажу.